Кстати, вот в газете, рассказывая о волновой генетике, волновая генетика как метод лечения, оздоровления, омоложения, я тут привожу то, что, чем я занимался. Это вариант работы со словом «красивые слова». Так вот, когда я поработал с этим, и вот как раз именно вот с этими текстами я работал, я их тут привожу, вы можете посмотреть, то, знаете, я подключился к более высоким творческим планам, будем говорить, где, как бы сказать, вот, ну, можно сказать так, вот именно творчество ты черпаешь, разного вида творчества. И более того, эти планы настолько энергетически сильные, они тебе, понимаете, это не витамины, там, не минералы, не углеводы и прочее. Это совершенно иной, другой уровень, который, знаете, совершенно по-иному действует. То есть, вот я свои переживания говорю, в течение всего дня ты переполнен энергией, из тебя идет радость, и буквально таки вот, как бы сказать, вот само собой там проходит через тебя стихотворение. Ну, я это стихотворение часто уже рассказываю, которое просто прошло, я его записал. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне, я это знаю, чудесной, дивной красоты. Оно основа существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь. Что вечно, вечно, вечно длится. Его я вспомнил, произнес. И чудо дивное случилось, ведь счастье брызнуло из меня. И время юности явилось, теперь живу, люблю, творю, а слово тайное храню. То есть, даже читая вот это стихотворение, которое здесь изложено, вы уже, как бы сказать, раз оно спустилось оттуда, читая его, вы туда поднимаетесь. То есть, сразу же меняется ваша энергетика, меняется ваше настроение, меняются очень многие параметры работы вашего организма в лучшую сторону. Читайте газеты. Тут просто кладезь. Я вот ищу про это масло, это вот мина, и вот натыкаюсь на такие уникальные статьи.